Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет и смотрите продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6, сетевая на восьмерых, на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое им спасибо за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Так, мне надо во всех городах эти... Достижения на плюс 5. Сделал уникалы на плюс 4. Научные. И до следующего века не хватает еще 121 очко. 6. Так, здесь один ход Тори де Белен оставляю. Тут покупаем мастерскую. А, тут уже построено. Земля, и мало так промышленных зон оказывается. А, вот тут надо мастерскую купить. Оба, и ускорили индустриализацию. Слушайте, может военный лагерь тут сделать? Вот сюда поставлю. А, блин, все-таки угнали килву. Тогда может какое-то чудо? Нет, я не могу никакого чуда строить. Вот плохо, очень много производства получается. Я потратил. Ладно, давайте военный лагерь. Так вот тут надо убирать. Надо построить библиотеку в столице. Тут пропустим один ход, потому что я тут... А, я не успею. Блин, мне надо два хода что-то строить. Что, до сих пор никто не построил библиотеку великую? Хотя это обычную библиотеку. А. Знаете, Мандекалу, наверное, тут сделаю. Просто. Я просто уже думаю, до сих пор не построили эту. Нет, это уже давно. Тут тоже один ход откладываем. Блин, надо миссионера отправить и надо город поставить. Наверное, просто сюда поставлю. Болонию встретил. Наверное, тут вторую гавань сделаю. Тоже без сугубы. А, соседство с гаванью, блин. Точняк. Ладно. Следовательские гранты тогда. Что-то там совсем улетел. Как-то они планомерно это какие-то развивают. Ничего с ним, не хотите сделать. Осуждаю. Не надо осуждать, все в порядке. В смысле все в порядке? Что за 223 на 172? Я не знаю, откуда такие цифры, это нарисованные. Как в Советском Союзе дорисовывали цифры, все в порядке, ребята. Предложение. Ну, для Синеградов, да, хорошая статистика. Он тоже, конечно, что он гастролирует. Гастролирует?
И еще одно. Пока не кажется. Так, что там по великим людям? Ну, игрушку, 16, наверное, 16, я заберу. На 19, да, по 7 людям? Да, при 16. 16, я города. Следующий на 19. Бля, опять миссионер. Так, миссионера надо в Окленд отправить. Не хочет сам обращаться. Блин, я ж еще хотел укрепить религию. Так, давайте тут покупаем. Раз апостол, два апостол. Тут убираем, ставим священку. Дальше миссионера отправляем к Окленду. Тут все обработано, да? Высаживаемся. Но мне походу лян надо везде отправлять, лян на гастроли. Давайте Вуалату. Мне страшно за тебя. А Виктора в Тимбукту. К нему чел докапывался. Угольную. Да зря на самом деле. Мне бы еще, кстати, Пингалу на эти... на гранты прокачать. Я ждал, когда откроются лесопилки на тропических лесах. Ну, ну что такое? Кто такое? Кто-то идет в ученого или торговца. Ну, я, видимо. Видимо, ты. 50. Я про что говорю? На самом деле просто строить нечего в столице. Я практически аналогичная с этой ситуацией. У меня бы ваши проблемы, не успеваю, блин, районы строить. Так, сейчас первым делом укрепляем религию. Дим, ты зачем тебе статус свободы? Он еще и Оксфордский построил. Кто построил? Египет? Так, культуру, да, за каждых послед. Ну, давайте, наверное, это возьмем. Плюс 21, кстати. Построенные города нафиг надо, религиозные игнорируют. Дальше от городов. Ну, видимо, да, религия распространяется дальше от городов. Чтобы вот тут не уходила моя религия. Я бы, наверное, в химию шел сначала. Рия, привет, наконец-то всех встретил. Блин, реально, и тут нечего строить. Прикол.
Так, торговца заберу. Это хай сам набивает, и я бы копил веру на этого инженера. Слушайте, мне тут реально нечего обрабатывать просто. Тут у меня будет кампус еще. Ну, не знаю, пошли вниз пока. Но тут, честно говоря, и другие юниты есть. Тут все обработано. Ну вот, можно в Уалате, когда Лян сядет, кстати. Так, мне надо увидеть чужие города, чтобы туда отправить Китай предложение. Ну все, Джун, по-моему, не там нечего. Хотя это что тут? А, это игрушку. Да, там нечего. Ну что, я недалеко от Египта, единственное, что он по культуре лучше идет. Ну, понимаете, я тут вот построю везде. Так, Гурдвара, Гурдвара. Вот тут надо Гурдвару купить, между прочим. Ну что? Скажи нам, кому повезло, а кому нет. А, по поводу. Ученый. А, я беру. Ты берешь. А что, это крутой ученый какой-то, как будто? Ну нет, просто скажешь, может, кому-то повезло. А, нефть. Нет. Я, честно говоря, просто гранты читал. Просто потому что нечего строить. Так, ну этот нефть открывает, да? И две случайных технологии. На воде нефть. О, а вот эту можно будет обработать, видите? Тут пока оставляю все как есть. Так, слушайте, 8 ходов, а я что-то... Пока в героический-то не попадаю. Ну, я, наверное, кругосветку сделаю и встречу всех. Где у меня скаут? Да твою ж мать, сколько их тут? Египет заканчивай. Куда заканчивать я сейчас? Ну, зачем? На один ход археологический. Ну, давайте я лучше естественную историю. 270? Даже если я все карточки на это уберу, то, блин, вообще... Да, ты вот убери, дай людям поиграть. Ну, ну так и зачем тогда тебе этот аншан? Так, библиотеку купить. С ним классно было. У меня книжки давали науку. Чтение, свет. А это он на аншане, так? Вроде да, аншан же дает. Аншан, да, дает. Нет, он и без этого... В космосе. А вы аншан не хотите убить тогда, раз он дает? Нет, не хотим, он китайский. Так, давайте тут сугубу. Вот сюда. Тут у нас будет священное место.
Да. А гуманитарная помощь у нас запрещена ведь? Нет. А, ну вы ж нихрена помогать не будете. Ну почему я помогу? Почему ты так думаешь? Мне это выгодно. Какое-то плохое мнение собралось. Кто в победу пошел? Кто пошел? А. Так никто вроде, все рядом. Да нет, вот там помогатор, который. О, в Тайюань можно отправить. И ведь даже ну, наконец-то есть. Где-то деньги можно будет потырить. Господи, у тебя тут слоны какие-то, японец атакуют вообще. Видишь, я тоже их заметил. Вьетнамские. Слоны против берсерков и этих... И самураев. Да, все берсерки? Нужно... Самураи? Неплохо. Так, два хода до археолога, да? Блин, негде поставить панамский канал. Ты это так жирно троллишь? Хотя, судя по тому, что у меня здесь Суэцкий залив, надо было построить бы Суэцкий. Так, пока исследовательские гранты. Я не успел, ладно, сейчас обращу Окленд. Все-таки венгр заберет этого, да? Может мне этого ученого забрать? Хотя, там может быть и лучше. Аншан возвращается в родную гавань. В смысле, в родную гавань, он твой не был никогда. Блин, Грег, а как мне тебя встретить? Ты вообще около кого? К сожалению, возле испанцев. Он справа от меня, от испанца. Ну, я не знаю, где ты испанец просто, на самом деле. Ну, не знаю. Там, где много тундры, ни хера нет. Справа от Египта, за морем. А-а-а. Блин, так, неужели я не смогу встретить? В смысле, а что такое? Начал чудеса все строить. Кстати, мне надо сменить на соседство промышленной зоны. Ладно, следующим ходом. Ну, смешно. Ну, устаревшая, конечно, но и что? А не та, туризм дает. Так, а что я могу еще? Селитру, да, использовать? Лошадей я еще не делал. Да, и этот у меня. Мандекалу, кстати. О, еще не использовано. Боже, меня не было. Давно не было, чтобы так уже все клетки были обработаны давным-давно. И так быстро.
Хотя можно, конечно, убить лагерь варваров и выйти в обычное, но надо ли? Кстати, можно в Египет. Может, в Египет переедет, а 164. А в Египте сколько будет? А, там нету у него... Ладно, тогда тут начнем. Египта мне тоже кирас. Аквапарк. Кстати, аквапарк, я думаю, имеет смысл. А, причем вот здесь. Так, а что я открыл? Мы ставим плюс 100% к промышленной зоне вместо воинской повинности, да. Да как это так на меня? Я все-таки начитал. А, ну нормально. Так, это надо к японцу отправлять. Сюда я прям даже сразу... А, вообще надо перекинуть просто в один из городов, наверное, в Ниоро. Найн. И отсюда... Сюда отправим. Блин, надо было в Болонию. Ладно. Да. Да, успел. Фу. Пропускаю ход нормально в Тадмеке, потому что... Так, два хода у меня Мандекалу. 5 ходов, отлично. Вроде, кстати, попадаю в героический. Тут... нет, о, в новое раз. Время не успеваю. Прям мне под город. Надо каких-то великих людей будет купить. Кого убили? А, разведчика. Ладно. Блин, нет, 30. Город расширил. Блин, один ход всего лишь. Кореец продлим. Так, теперь тут, значит, вырубаю, ставлю... И вообще, может, союз какой-нибудь? Промышленную. Отправлю в Краков, где побольше производства. Все-таки выпихнули моих дуболомов. Ну что, в следующий город перебрасывать? Ну, что, вот давайте, наверное, с Магнусом поменяем собрать. Местами. Я для тебя ощущал, убивал этих, чтобы ты пришел дубиной. Ну, окей, окей. Здоровья. Вообще, я сейчас бы подержал, пока мне надо 100% выйти в героический. Так, давайте... Что вышел? Лян в Тадмекку. Ну, Магнуса в Уалату пока. Корея, ты тут? Грега? Да, я политический курс выбираю.
Так, еще торговый путь и плюс Монте-Калу 4 очка. Это у нас все 111. Еще 4 хода, любой великий человек, еще, наверное, торговый путь. Так что, наверное... А, плюс я археолога строю, сейчас какой-нибудь найду. Ну, археолог 4 хода, нет. Археолог — это уже следующая эпоха. Короче, один какой-то торговый путь остался. Ты отклонил или не успел? Отклонил. Я еще и чудо построил. О. А, собор Василия. Ну все, я в золотом веке. Зашибись. Разведчику города государства. Такое бывает. Почему нет? Так. Рост производства, покупаем биржу. Рост производства, покупаем биржу. Рост производства, покупаем биржу. Не надо перекупать Аншан. Пожалуйста, спасибо за внимание. Жалко, его не слышно было, да? Что, Сереж? Тут бы я, наверное, всякую мастерскую сначала. Что, опять? А, нет, все в порядке. Фабрику. Еще чего я? Биржу. Монаторик и строим. Ну, угольную построим, да? Блин, как красиво у японца с поляком. Ты про... Я про строительство около дамбы. Куплю амбар. Сколько тебе ходов? 4. Ну, наверное, верфь. Ну, а смысл тут верфь строить вообще? Кстати, тут тоже можно аквапарк сделать. Ладно, давайте я... Поляк, просто я аэродром вижу, мне страшно. Ну, пожалуйста. Я уже не летел. Ладно, давайте верфь. Героический век в истории Мали. Так, где у нас нету еще кампусов? В Кирине. И все, что ли? Кумбисале. Только в двух городах нету? Вау. Вот тут следующим ходом я смогу строить уже. А тут надо еще 7 ходов расти. Видите, не выкупаю эти клетки, я все тут стою, жду, чтобы обработать. Ну, у вас так здесь берем. Видите, сотни. Кого? Тебя в том числе. У меня миллион. Где ты мой миллион? Пойдем лошадей обработаем. Да. Можно показать конкретно? Аншан. Так, ну нам надо первый посол и отправить в Аншан и Болонию. Все, обозрение, аквариум. Угольная гавань. Нет, развлекательный, театральная. Ну, на плюс один. Ладно, исследовательские.
Ну, у меня еще город не улучшен никак. Но я ради этого двумя лесами пожертвовал. Точно первый построил. Слушайте, а может мне туда было миссионера отправить? Смотрите, как падает религия. Кореец, мы вот два самых отстающих игрока. Ты точно хочешь упарываться и воевать? Ничего веселого больше не осталось у тебя в жизни? Он скучает, видишь. Понятно. Но он ведь уже не выиграет игру. Он скучает. Так, а что у меня по ресу? У меня вообще нету ресов на... Я просто хорошо развивался. Науку. Оливки могу, янтарь. Ну, то есть, надо ли мне какой-нибудь торговца на монополии, там, на корпорации, я имею в виду? То есть, это месть. Я пока вообще ничего не делаю, я просто себя обезопашиваю. Ты себя обезопасываешь чем? Не принимая дружбу от меня? Пока я разведчиком хожу с... Брат, два хода. Мне тоже нравится мой это соревнование. У меня настолько ничего не происходило на территории, что у меня нету ни одного этого места археологического. А ты что срубишь? Срублю. Сколько тебе производства осталось? Именно производство. Да подожди, мне шпион надо разобраться. Так, 6 ходов. Наверное, продолжу инвестиции в центр коммерции. Ну окей, вот клетки меня обрабатывать этими ребятами. Тут у меня будет район стоять. Тут, когда прибудет Лян, у меня есть вот рабочие. Ну ладно, можно еще сюда. 150 лет. Ну, Кахоки. Я понимаю, что тут плюс 2, но я не хочу отсюда убирать. Блин, давайте-ка мы храм купим. Кстати, а что по поводу гурдвар? Везде ли у меня есть гурдвары? Что-то не меняется. Людей постоянно осуждают. Да. Религия самая важная. В каком районе вы хотите строить здание? Давайте в кампусах. Окей. Догонять египтянина. Ну как догонять? Догнать, конечно, не получится уже. Догнать, сколько догнать можно религию осуждать? Ну так и ничего не меняется, понимаешь? Так ведь колесо все же хорошо. Не делся, значит, все красивый у него геликарнас, конечно. Тут берсерки на пару с японцем, ой, на пару с самураем разматывают мушкетеров. Японец, ты ж вроде Болонию забирать хотел. Нет, там, когда я мог забирать, у него просто откуда-то резко 45 этого стало. Я целых 12 очков бахал, а вы... Только ты. Так, ну вот так. Волшебники. Ну, а Мане давайте последнюю назначим. Ты что? Срубаешь, хватает? Срубает, хватает, только срубает. Я бы, наверное, в Кирину. Значит, ставь тебе что-нибудь прикольное, чтобы сразу это активировал. Так, нечего составить уже. Могу военник лицо поставить. Достаточно убедил. Во? Военник лицо могу поставить. Я с часов.
А вот Занзибар, Ашама, Шен и Наска, они что, на отдельном острове живут? Да, тут дофига отдельных островов. Вообще тут в самом углу находится Кокохи, и там вообще только снега. Блин, знаешь, почему ты хост? Почему человек не смог зайти сразу? Он решил судьбой дорожки. Промышленная зона на плюс 2. Губернаторский титул. Прям интересно. А, я же это пингалу пересадил. Я хочу здесь 200 производств попробовать разогнать. Давайте на плюс 1 поставлю. Тебе помочь? А что, мы паузу сделаем? Интересно, как... Пауза нужна? Я за... Окей. Так, давайте вот тут рабочего. Чё я... Ну, кстати, смотри, торговцы и рабочего. Фабрика, ой, промка стала бы нормальной, левее цикл. Так бы я построил. Какая связь? Ну смотри, промка была бы не на 10, ну еще не на 5. Как так, ну если... Ой! А, на 7. Я что-то задел. В итоге 14. Сколько у тебя в Познании вообще общее промышленное производство? Сейчас 79. Сегу и Валдагости священные места не нужны, как и Сугубы, блин, опять мест. Ну, правда, легенькое. А вот в остальных, если нету священок, то надо поставить. Тут вообще, есть, знаешь, что прикол? Ты же видел, есть, что я этот на леса поставил. Есть, есть, есть. В Ниора, да, только я осталось. Леса не так поставил, но сразу же смог бы. Пауза будет, нет, ребят? Ну давай просто убери таймер. Знаете, 10 минут. Ну все, мой враг. Принял к лицу. Звучит как план. Да, звучит как план. Ну теперь, наверное, в Ниора надо будет пересаживать. Там если что, этот... Египет сам... Причем прямо сейчас, наверное. Это не важно, он не один. Что? Он не один такой. Наш самолет? Нет, никакого аэродрома. Типа да, а кто тут еще не в сам, ну, не в аэродромах? Тут да четверо. В прошлый раз все вышли. Главный враг вышел с самолета, а самолет довольно сложный, да. Я надо тогда целенаправленно идти в баллистику, но я не верю в зенитки. Это прям сильно. Без своих самолетов дефать невозможно. Ну, давайте я здесь поставлю на плюс 2. Кто-нибудь пробовал на танках там или что? Я в промышленной эре на минуточку. Охватывать просто аэродромы. Что? Ну, пробовал рашить аэродромы? Пробовали. Знаешь, тебя выносят. Чтобы это законтрить, нужно построить аэродром этим. Нужны бомбардировщики, получше. Нет, в смысле, ты берешь и наступаешь на вражеские... Да, да, это выносится, но соперник просто поставит на аэродром ПТ-команду. Зачем ставить ПТ-команду? Может еще просто поставить, построить этот район военным инженером? Военным инженером. У меня уже их два. Но эти же фиговины тоже ломаются танками. Да, тоже ломаются, но самолеты, когда ломаешь аэродром, они улетают на аэродром, построенный этим челом. Да. Зло. Так, блин, что я хотел? Тут они меня отвлекли. Гранты опять, что ли, читать? Это значит... Производство повышается в здании с региональными бонусами. Со всех промок, ну то со всех фабрик, ты получаешь в этом городе бонус производства. Это работает при помощи фабрик, угольных станций, атомных станций и зоопарка вместе со стадионом, если не ошибаюсь. Это единственное региональное. Там написано наш бонус производства на клетке.
О, блин, эти редкие ресурсы здесь такую ромашку мешают сделать. Я мешу. Че, блин? У всех они есть, только мешают. Блин, верфь не дает этот сделать. Варвар. Маля, ты торгово видишь? Близышки? Да. Какие? Ну, Кахокия, например, над Египтом. Ну, над Японией, над Египтом, туда вверх. Что-то такие себе, конечно. Только Занзибар классный здесь. Так. Я хотел первый посол поставить быстренько. Ну, вместо вот этого все-таки пока. И нам... Ашан и Болонью как минимум плюс 30 науки. А, ну и все пока. Не, в Кахоке, наверное, тоже стоит. Так, урбанизация 2 хода. Давайте морскую традицию открою. Есть кампус на плюс 2. Давайте сюда. Так, что у нас на веру? Что-нибудь можно купить? Какого-нибудь человечка великого. Мгновенно создает фабрику. Ну вот, мгновенно создает фабрику. В принципе, для Уалаты можно будет, да? Давайте следующим ходом, наверное, купим. А, так, Лян я хотел пересадить все-таки. Давайте Лян в Неоро. Рост тоже будет. Ну, в Токио уже религия пропала. Ну, я бы тут на веру не пытался играть. Так, а мне надо ли в Аудагост нести вообще религию? Трудовая дисциплина там не будет работать. Ради только Сигурдвары и последователей. Только я с религии 27. Ну, не так уж и много. Надо театралки, о театралках подумать. Так, что у нас по ресам? Благовония, ртуть есть у меня? Киты я, благовония тоже, и ртуть я получаю. Вот нету соль, это я все торгую. Вот если ноль написано, значит вы торгуете. Если когда просто нету, вообще не хочу. Вот у меня вина нету, например. Можно с Египтом торгануть. Мед я добавил. О, у испанца монополия на меха. Блин, он с кем-то торгует, к сожалению. А вино у Египта... Тоже с кем-то торгует. Ну, похоже, тут все. Янтарь, оливки и хлопок еще есть. Первый огромный в мире город. Еще Лян в Сегу, конечно, будет круто разместить.
Ну, вообще, у меня, по-моему, шикарное развитие. Из того, что у меня тут было. Главное, у меня денег и религии теперь дофига. Я все могу... Все могу покупать. За религию наземные войска. Так, а что нам надо, чтобы ускорить что-нибудь? Два форта. Это мне военного инженера, кстати, надо построить. При помощи рыцаря. Броненосец, артефакт. Два капера. Давайте мы в Тимбукту реально этого военного инженера сделаем после Гурдвары. Плюс у меня караван это еще. Это какие-то приколы. Ну, Мали, ты посылаешь меня караван на 30 монет, а я в тебя на 10. Ну, потому что мои караваны зависят от моих городов. Выгодный союз. Лучше бы оставил, чтобы я город упал. Это всего 10. Так, кто мне тут доступны? Из Тимбукту и из Тадмеки в Киото. Блин, деньги все потратил. Ладно, следующим ходом. Твоих еще нет. У меня тут что-то уголь закончился. Но это, кстати, уголь я получаю чисто от Хатусы, по-моему. От улучшений. Это угольная электростанция, не обращайте внимания. Угольная электростанция. Угольная. А, у меня город прямо на угле стоит. И еще один уголь у меня... под столицей. Вот, надо идти его обрабатывать. Сначала давайте этих лошадок. Так, где-то... Ну, у нас плюс 100% к строительству... кампусах, так что я думаю, я построю лабы. Так, тут я хочу, чтобы город рос. Два хода, и я буду ставить... Блин, мне здесь еще надо... Нужен все-таки строитель. Тут тоже надо будет овец убрать. Так, я бы сохранял на всякий случай эти... послов, чтобы Окленд у меня не перекупали. Ну, что-то некуда посылать. А, разграбили мне маяк, понял. Блин, я не успел купить... Они, вроде не успевает Китай. Надо купить сейчас этого инженера. Если Китай не читает. 17-21. Мне нужен этот инженер в Уалату. Чтобы не строить там ничего. Выкупили.
Так, тоже лабу. Лабу. Так, а тут лабу я, наверное, куплю. Нам ремонтировать надо будет все. Да ладно, поймали шпиона. Тут я куплю лабу, пока мастерскую буду строить, лабу куплю следующим ходом. Спасибо. Осуждаю. Осуждаю тебя, Мари, за такое. Что такое? Пришел на чужую территорию. А, блин, это с клеткой природы, блин. Я вроде там горы брал. А больше ни за что не осуждаешь? Артефакты. Ай, блин. Потому что он вырвался вперед. А что ему еще делать? Мали, сделка. Ну тут то же самое, два, что там, что там давно мог сюда отправить. Какая странная сделка у тебя. Во-первых, у меня... Не понял, ты хочешь оливки, которые у тебя есть? Я не оливок. Что ж ты молчал? Благовония, ртуть. Блин, две верфи. Я не успею, две верфи. Надо будет отложить. О! Корея, я тебя встретил! Ура! Не, карта расщепленных фракталов не такая очень хорошая. Уи! Сидим на одном континенте, проглать низким. Я бы это как-то по-другому назвал. Ну давай будем держать себе. А у нас два континента? Или там все-таки где-то соединено у вас? Ну, ты видел, где Венгры находится? Континент видел? Нет? Ну, Венгр он за вами находится. Ну вот, у него другой континент. Прям за горами. Нет, я имею в виду не название континентов, а именно... Как вы... Ну, ниже гор пройдешь, там будет проход в две клетки. Имею в виду испанец и кореец. Вы с нами на одном континенте или на другом? Не, они далеко. Нет, мы на другом. Они мы на... в Европе, они... где тундра соединяется. Они в Азии живут. Ладно. Так, радио все равно тоже это надо, да? Здесь вообще ничего нет, кроме Черт. Тундры и куска зелени. Готова лаба, продолжаем гранты. А по-моему, не так уж плохо. Просто гор нет. Ты меня разведал? Городам жрать так, нечего. А где, а кто, где, куда? А, Так, все еще пропускаем. Пропускаем. Перекидываем вуалату. Пропускаем. Понятно, почему у меня в столице религия падает, потому что это молитва, если первого не проводит. Правда, я, по-моему, поровну, что к тебе, что к японцу.
Даже могу конкретно сказать. К японцу 5. Да. Да, вру, к тебе 8, к нему 5. Ну вот. Столица страшна таких исламистов. Хотя бы не уйди, и то хорошо. Мы, вообще-то, наши исламисты учат твой народ трудовой дисциплине. То расхлябанные там пшеки. Ничего робить не жадают. Ничего робить не жадают. Что за шпионы тогда эти археологи? Что они здесь вынюхивают? Всякое. Вынюхивают всякое. Ну, блин. Так, а никто мне не хочет уголь продать. Давайте с поляком лучше поторгуем. Я так понимаю, ты его себе оставишь как сувенир? Поляк, предложение. Ты про сувенир кого спрашиваешь? Про своего шпиона. Блин, венецианку кто-то построил. Не знаю, а мне не пишет, что я у тебя захватил шпиона. Да нет, не ты у меня захватил, я в Китае сидел. А, сделка в Польше. Нет, японец, ко мне ничего не приходило. Так, Польша, еще предложение. Куплю верфь. Я понимаю, что я ее строил, но 3 хода еще ждать. Ну, это вот долго. Я окружение врагов. Китай там столько или менее? Сколько у меня? У тебя 2. Слава. Причем правительственная площадь и левее театральная. В смысле, мне это ставить не надо будет, да? Нет. Давайте аэродром. Шесть самолетов, я думаю, меня как-нибудь защитят. О, блин, тут надо убирать. Блин, продолжаем. Да-да. Кстати, эту клетку надо передать, и значит тут у нас кампус на плюс 2 все-таки будет. Ладно, подожду один ход, тем не менее. Так, тут угольную. Я на плюс 4. Смотрите, всего. Шансов никому не оставляешь. Нет, давай тогда фестиваль. Еще на что? Нет, он там торговца сейчас 2-5 на нефть забирает. А зачем тебе нефть? Да, действительно, зачем мне нефть? Да, наверное, заберу. Давайте, наверное, радио сначала. Сначала радио, а потом в компьютеры. 2 пушки. А что, я пушки не открыл еще? Так, блин, нефть ворует. Слушайте, давайте... Не, давайте пушки откроем. Земли ворует. Так и так. А здесь тогда... Оперу и балет пока. Или вообще СМИ. СМИ. Я ж радио тоже буду открывать.
Так, лабу покупаем. Надеюсь, мы на сегодняшнюю вечернюю соберемся играть на каком-нибудь хлепилаках. Ты еще хочешь? Сегодня еще играем вечером, ты что? В 19 уже. А. Давайте, наверное, исследовательские гранты. Так, тут один ход мы пропускаем. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем.